Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, девушка. Вот этот... У меня вот этот, не знаю, один проблема получился. Хотел в конце-то концов этот проблема тоже решить. Не знаю, вот этот... Как называется этот... Когда заходишь, вот этот... скачать... Захочешь вот этот скачать. Как называется эта вещь? Что скачать, не поняла вас. Ну, когда туда зашел, чтобы вот этот... Да, зашел. У меня видео, чтобы пришла. У вас какая-то подписка подключилась или что? Нет. Куда вы зашли, что вы хотите скачать? Мы зашли туда. Вот этот, как называется, WhatsApp, что ли, вот этот, какой-то сразу есть. Вот туда зашли. Оттуда мы хотели вот это видео, когда пришла, чтобы оттуда на мой телефон пришла она туда, чтобы пришла. Алло. Вас по услугам компании будут какие-то вопросы? К вам это вопросы, к вам. Вот этот пришла на видео Куда такую что вам вещь. пришло? Куда что вам На пришло? WhatsApp. И она вот этот, когда нажал, крутится, крутится. Но на мой телефон она не пришла. Что, у вас низкая скорость наблюдается или что? Что не пришло? Видео не пришло? WhatsApp это не наша услуга, понимаете? Не, девушка, она все пришла, хорошие вещи пришла там. Ну вот этот, как называется это, скажите, на телефон еще ее включаешь, и чтобы ты, вот это все приходит сюда, и все вот потом. Я не понимаю вас. Как это Что? называется, интимет, как называется это, не знаю. А? Что, интернет? Интернет, вот так сказать не могли, что ли, давно. Вот этот видео пришла, я его скачать не смогла. Скачали WhatsApp, пришла, а ко мне на телефон она не пришла. Чтобы я на него нажимаю, вот эта вещь там какую-то крутится. Я вот этих баранов целый день, и стрижка тоже пошла, стрижку делали. Вот этот скачать не могу. Можешь вы мне, сколько деньги тоже надо отдать, я вам отдам. Вот это сделать, я уже не первый раз звоню, не могу. Они вот эти ваши коллеги надо мной издевались, они смеялись надо мной. И ты хоть можешь подключить интернет? Интернет или как называется ваше это? Так у вас есть номер Алло! интернет? А? Так у вас на номере интернет подключен, у вас выход в интернет есть. Ну, вот этот выход есть, чу есть. Вот этот сосед один есть, Лакиц тоже, у него вот этот большой такой вещь стоит, от него вот этот сразу приходит к нам. Так, а скажите, пожалуйста, вам, может быть, на каком языке вам удобнее разговаривать? Ну, вы на каком можешь? Я вас могу в случае чего переключить на оператора, который разговаривает на вашем языке. Может быть, вам будет так легче объяснить ситуацию, потому что я вас не очень понимаю. Ну, конечно, можно. Чего не можно, что ли? Лакский язык я знаю. Хорошо очень разговариваю. Я сам сирианец. Вот в Лакском районе я вырос. Нет, к сожалению, таких операторов у нас нет. Что у вас происходит? У вас низкая скорость интернета наблюдается А или что? какой я, у вас язык там какой есть? Может, я этот язык тоже знаю? Ну, мне неудобно разговаривать. Я в Лакском районе школу тоже ходил. Там вырос вот этот Новолакский район. Отсюда пришел здесь сначала барашки пас, потом свой кошару взял. Ну вот так раскрутился, фермером стал. Я поняла. Кстати, очень здорово, очень рада за вас. Давайте разберемся по поводу вашего интернета. Вы можете объяснить ситуацию, что у вас? Вам присылают видео, вы не можете его загрузить или что? Ну да, разные вот эти видео обращения бывают. Их не могу посмотреть. Каким образом посмотреть, скажешь? Вы его воспроизводите, оно не воспроизводится, у вас режим сети какой отображается? Ну вот эта цифра 3 есть. И какую-то английскую букву не понимаю вот этот. Не знаю. Ну, вот эти палки там, которые есть, они полные там. Сверху. Поняла, секунду, сейчас проверим. Алло! Я поняла вас, секунду, сейчас проверим. Посмотрите, я уже устал. Уже неделя как стрижка пошла. Оттуда один сосед есть, Лисий, вот это Ислам. Он кричит, пошли барашки стригать. Мне твой барашки нужен, что ли? Мне твой барашки нахер не... Не нервный, целый день. Сделайте, пожалуйста.
Алло! Алло! Секунду, я проверяю информацию. Издеваются, что ли, они? Вы надо мной не смеетесь? Смеетесь! Нет, секунду, я проверяю информацию по вашему номеру. Я поняла, что у вас низкая скорость интернета, так? Ну да, вот смотрите, я уже нервничаю. Я вот это на вашем телефоне сзади вас, кто-то смеялся сейчас надо мной. Так нельзя делать, я старый человек, вам позвонил, обратился. Как хорошим, добросовестным, в конце-то концов, я хочу интернет сделать на моем телефоне. Если не можешь, сразу скажи, не могу, чего надо, я отключу телефон тоже. Алло! Чего отключили, что ли, или издеваются, что ли? Я вам чего плохого сделал? Секунду, пожалуйста, я сейчас проверяю информацию по вашему номеру. Мне подождать! Что еще раз? Мне вас подождать! Да, подождите, пожалуйста. Ой, если честно, время тоже пришло. Сейчас вот это хотел пойти туда. Ну давай подожду. Долго не оставляйте только вот это. Да конечно, я с вами, не переживайте, секунду. А кут тоже пошла. Честно, в этом году болезни такой году не было. Вот этот Игнат тоже умирает. Не знаю, почему такой вещи случился. Чего случился? Алло! Ай, уже плохо что-то чувствую себя. Они что, издеваются, что ли? Мне вас подождать! Вы мой батарейку жираете быстрее! У нас здесь тук тоже платный. За 1 киловатт 7 рублей отдаем. Ну не знаю, так долго чего можно смотреть там. Я уже не знаю, чего делать. Так, Магомед, смотрите, ограничений на вашем номере никаких нет? Магомед, вы здесь? Да, ну какой Магомед? Меня Хажи зовут, не Магомед я. Прошу прощения, Али. Ограничения на вашем номере... Не Али, Гадыжи зовут, Гадыжи. Что еще раз? Меня Гадыжи зовут, Гадыжи. Я поняла вас, я поняла, очень приятно. Я сейчас на вашем номере запускаю корректирующую программу для обновления настроек интернета, чтобы скорость вашу восстановить, чтобы видео у вас из WhatsApp воспроизводились. Телефон, пожалуйста, перезагрузите после нашего разговора. Просто выключите и снова включите, хорошо? Телефон? Да, устройство ваше. Просто выключите и снова включите. Мою вот этот телефон? Да. Вы интернетом пользуетесь телефона, правильно понимаю вас? Ну, конечно, не с чехла же, с телефона, конечно. Чего? Ну, конечно, с телефона. Я за этот телефон сколько барашки отдал, если вы знали бы. Один пришел, перенес вот этот телефон, хороший, говорит, какое-то название тоже сказал. Ну, я уже забыл. Вот это, говорит, 3 барашки, говорит, на выбор оттай, говорит. Я тебе, говорит, этот телефон оттам, я уж не зарядка, говорит, оттам. Ну вот этот 3 барашки оттал у него, взял, ничего вроде бы, неплохой телефон. Я поняла вас. Сейчас перезагрузите, пожалуйста, свой телефон. Скорость у вас должна восстановиться. Перезагрузить? Да, перезагрузить. Чего? Как перезагрузить? Просто выключить и снова включить. Вы батарейку вытащить? Нет, просто выключить телефон и снова включить. Без сим-карты? Нет, сим-карту, батарею доставать не нужно. Я вам позвоню еще, если чего, интернет хороший сделаешь, сверху один барашку тоже оттам, вот этот майский праздник, 9 мая,
Шашлык, машлык такой вещи. Я вам позвоню, хорошо? Да, конечно. Если что, звоните, обращайтесь. Все, и спасибо большое, всех благ. Взаимно, вам тоже. Всего доброго, до свидания.